Всем привет! Вы на канале Яна Кляйн. Как у вас дела? Кто не подписан, подписывайтесь. И сегодня у нас новое видео. И подожди. И сегодня у нас новое видео. Мы продолжаем открывать наши игрушки из гигантской посылки. Кубки! Откуда ты все знаешь? Кубки! Шопкинсы сегодня у нас на очереди. Коллекция называется балетная. Балетная коллекция, там есть музыкальная шкатулка, тиара, пуанты, блеск, очень милое платье, милая сумочка, и у них у всех вот такое пианино и софа. Ну что, Ян, открываем? Да. Ну, конечно. Открываем. Мы очень любим Шопкинсы. Ребята, если вы любите Шопкинсы, пишите нам в комментарии. Мы, наверное, самые огромные фанаты Шопкинсов. Смотри, вот здесь открывается, Ян. Ох, у тебя методика. Давай, мусор мне. Вот, я себе сохраню вот эту крышечку, очень красивая. Итак, поехали смотреть, что у нас есть. Пианино. Вот такое милое пианино с глазками. Не играет. Попробуй поиграть на нем. Дам-дам-дам. Да-да-да-дам. Поехали дальше. На детской площадке пианино. Специально для наших друзей я перевожу то, что говорит Яна. Какая-то фигурка, видимо, застряла. Помочь? Или сама? Помочь? Нет. Итак, смотрим. Первое у нас столик. Вот такой замечательный столик. Дальше. Кто это у нас? Это у нас тиара. Такая корона. Очень красивая. Золотистого цвета тиара. Вовнутрь ее в пианино. Нечего тиару хранить без присмотра. Да, тиару, это как драгоценность, ее нужно прятать. Мама. Это у нас помада, либо блеск для губ с бантиком. Сюда ее в пианино. Пианино развернем. Ой. Столик, вот стульчик, вернее, можно возле пианино поставить. Вот так, как нет, должно быть, да. Итак, а подожди, куда ты торопишься? Давай посмотрим и покажем нашим друзьям, что это. Это музыкальная шкатулка. Розовая и резиновая. И у нас уже отвалилась крышка от пианино. Как ты так успела? Потому что сюда не помещаются уже Шопкинсы. Вот потому она и отвалилась. Шкатулке придется остаться снаружи. Давайте смотреть дальше. Это у нас софа. И у нас на софе стоят пуанты. Это левая, а это правая. Розовые пуанты с бантиками. Как положено, красивые. И очень-очень милые. Застряло, да? Да. Что, эти у нас те, которые не достаются. Сейчас мы их будем... Пианино? Ты его так хотела получить? Давай посмотрим. Ла-ла-ла. Ля-ля-ля, еще у нас маленькое ля-ля-ля. Пианино. Беленькое. С розовой софой, стульчиком. Да. Для него. А смотри, можно сделать рекурсию. Дома. Вот так. Дома. Вот так будет рекурсия. Да-да-да-да. Что у нас еще осталось? Доставай. Опа! И это у нас платье. Написано, называется «Очень милое платье». Ту-ту кьют. Платьице балетная пачка. И вот эта сумочка. Белая сумочка с ручкой. Куда их? На сюда? На пианино? Или на пианине?
или на пианино. Ну, правильно, на пианино. Классные шопкинсы? Да. Сколько нам попало шопкинсов в этой коллекции? Давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, 9. И пианино со стульчиком и с софой. 9 шопкинсов. Балетная коллекция. Тебе понравились, Ян? Да. Будем еще шопкинсы открывать? Да. Ребята, смотрите продолжение открывания нашей большой гигантской посылки. Мы будем открывать новые игрушки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новой встречи, всем пока!